«Мы победим». Под таким девизом в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошли соревнования по плаванию. Посвящены состязания были 22-й зимней Олимпиаде в Сочи. И хотя олимпийские баталии развернулись за тысячи километров от нашего города, в своем стремлении к победе юные пловцы из Видного и Развилки не уступали прославленным чемпионам. Торжественность мероприятию придала церемония награждения лучших пловцов нашего района. Это те, кто в свои 16-17 лет достиг высокого мастерства, стал победителем соревнований и первенства района, области, России. Ребятам и их педагогам вручил благодарности депутат городского совета Алексей Митрюшин. Я хочу отметить, безусловно, идеальную работу коллектива, команды бассейнов «Дельфин». Это директор, это тренера, это весь коллектив, который ведет ребят, спортсменов к победам. И мы видим с вами результаты. Это ребята, которыми гордится город Видно. Как отметил Алексей Митрюшин, атмосфера на соревнованиях была теплая, что, по его мнению, немаловажно для достижения результатов. В заплывах участвовали ребята двух возрастных групп – 96-99 и 2000-2003 года рождения. «Спорт прочно вошел в жизнь нашей семьи», – сказала Светлана Рыжова, пришедшая поболеть за сыновей 16-летнего Никиту и 9-летнего Егора. И за событиями в Сочи дома следит вся семья. «Открытие, все смотрели. Ну, какие бы деньги ни были, все равно это в нашей стране происходит, поэтому мы должны быть в курсе, мы должны на это смотреть и нашим детям показывать». На последней тренировке воспитанник «Дельфина» Богдан Кострицкий выполнил программу 3-го юношеского разряда, но останавливаться на достигнутом пловец не собирается. «Сейчас, когда в Сочи зажгли олимпийский огонь, я как никогда чувствую гордость за нашу страну», – говорит Богдан. «Во-первых, потому что она проводится в нашей стране, и это большая честь. А во-вторых, ну, потому что это мы можем выиграть в этой Олимпиаде, и это будет просто прекрасно, и я горжусь своей страной». Наравне с желанием победы в юных пловцах воспитывают и любовь к своей стране. Ведь каждый из ребят в будущем видит себя участником Всемирной Олимпиады, отстаивая честь России. «Это частички, которые мы можем вложить вот в эту Олимпиаду и в будущее. Мы хотим быть уверены, что наши ребята станут олимпийскими чемпионами. Мне обязательно выиграть саму себя, показать результат лучше, чем было на прошлых соревнованиях». Ставить маленькие и большие цели, уверенно идти к ним эти ребята умеют. И пусть одним грезятся олимпийские пьедесталы, а другие просто любят воду, в любом случае эти соревнования запомнятся юным спортсменам надолго, ведь они проходили в дни Сочинской Олимпиады. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.